Фара, Фара. Сестра, проснись. Хадир, это ты? Да, я, покажись. Так, ребята, всем привет. Добро пожаловать, вы на канале Завода. Напоминаю, это прохождение культовой игры Call of Duty Modern Warfare. Это восьмая часть. Фара, подойди к решетке, покажись. Сколько ты уже в одиночке? 10 дней. Тебе плохо? Без еды и воды. Сестра. Ничего, я выдержу. Зачем они разместили нас рядом? Хотят меня расколоть. Сперва пусть убьют меня. Нет, Хадир. Ты нужен мне живым. Смотри. Я украл ключ. От чего? Мы это выясним. Вот, возьми. Лови. Есть. Отлично. Спрячь его. Генерал Барков идет. Он знает о сообщениях. Знает ли он, что ты Карим? Разберемся. Так, встречаем генерала Баркова. Гляньте, воссоединение семьи. Как мило. Что, хватит? Так скажи правду. Ведите его на склад. Пусть заговорит. Это я сам займусь. Двери. Больно. Надеюсь, вы хорошо пообщались с братом. Не факт, что еще увидитесь. Заткнись и стой в углу. Не смотри на меня, Фара. Отвернемся. Если хочешь убежать, скоро ты об этом забудешь. Смотри на меня. Как же жарко в этой богом забытой дыре. Ты, наверное, хочешь пить. Хочешь? Ты чё, тварь, испытываешь меня? Нет. А всё. Принесу тебе воды. Двери! За мной. Не останавливаться! Так. Это твой шанс сказать правду. Сюда. Не очень хочется идти, но нам нужно. Ну, как я и думал. На стул, Фара. Будет допрос. Тебе не сбежать, Фара. Никто тебя не спасет. Здесь командую я. Я могу сделать твою жизнь гораздо, гораздо проще. Ну, расскажи мне о Кариме и неотправленных сообщениях. Иди в жопу. Следи за речью, девочка. Я был терпелив, теперь не буду. Не теряй сознание, видишь брата в последний раз. Он даст тебе попить. Старайся дышать. Отлично. Вот молодец. Так, убираем голову в сторону. Да ты прямо молодец. Хорошо. Пока хватит. Ты сильная, Фара. Держись, и увидишь Хадира. Еще раз. Кто такой Карим? Карим мертв. Хватит защищать его. Себя защищай. Заводи! Я нашел одну из твоих сестер. Я ничего не сказала. Все хорошо, Азаде. Тихо! Ее жизнь в твоих руках, Фара. Продержишься, она выживет. Отключишься, умрет. Еще раз!
На этот раз все будет сложнее. Не туда. Не туда, пара. Что такое? Я умер? Нет. Я дал тебе шанс спасти жизнь. Сейчас покажу, как ее. Нет, она не опасна. Олег, пожалуйста! Ты тварь. Уберите это. Да чего ты меня довела? Ты должна быть голодна, Фара. Поешь? Да пошел ты, козел. Как тебе в лицо плюнуть? Как тебе в лицо плюнуть, а? Ты думаешь, это игра? А? И ты можешь выиграть? Игры кончились. Твой брат украл у меня ключ. Где он? Ты ключ потерял? Один пропал. Но есть другие. А что он открывает? Умный себя считаешь. Карим. Да, я знаю. Давно знаю. Где ключ, который украл твой брат? Какой ключ? Который ты прячешь. Тварь. Эта страна – настоящий рассадник терроризма. Я пришел, чтобы нести закон и порядок, и ни один террорист не причинит зла моей стране. Я защищу Россию. Тихо. Что, черт возьми, происходит? Убейте всех, заприте их на складе, сожгите его дотла! Ты не спасла своих людей, Фара Карим. Ты их убила! Вертолет мне, быстро! Так. Мы их снимем тогда. Так, выход. Выход. Решетка. Инструмент. Так, что у нас тут? Ложка. Отлично. Идеально. Хорошая заточечка. Да. Давайте. Отлично. Так. Мы выбрались в другую камеру. Камни. Камни, камни. Почти. Так, еще нужны камни. Да что такое? Может, здесь? Так, если ближе подойти? Есть. Да, сработало. Так, выход, выход, выход. Приказ генерала. Стол. Стул можно нести. Стул, чтобы залезть туда. А куда туда? А, вот. Ще замечательно. Так, яму. Я заберу бунтарку из подвала. Быстрее, потом заберем других наверху. Тихо. Кто передвинул стул? Где их
сами раскрыты. Мать, она сбежала. Барков тебя убьет. Почему меня? Это же твоя секция. Черт, найди ее и убей. Так, он зашел за угол. Это она. Так ищи ее. И теперь есть оружие. Как? Пистолет и все? Опять на работе спишь? Найди девчонку! Ты меня слышишь? Черт! Она что, достала? Ну, если бы он стоял на месте вот так, я бы за точкой его никак не убил. В любом случае, пришлось бы стрелять. И стреляй, пока не упадут, как мы и говорили. Молодцы, сестры! Барков запер остальных на складе. Скорей туда, пока они еще... Вы все молодцы и очень храбрые! Так, а с прицелом где он? Спасибо, Карим! Тут посерьезнее будет. Это граната. Нет, плохой калаш. Так, это у нас что? Вот. Чего еще ждать от бесприветного пса? Освободим остальных со склада, пока еще не поздно. За мной, сестры. Так, Баркова мы еще настигнем. Идем, Карим! Нужно спасать пленных. Так, здесь чисто. Так, снайпер, как его снять? Осторожно, снайпер! Я их вижу! Он наверху! Убей его! Сюда прибежим. Граната. Надо его как-то обойти. Прикрой!
Ух ты. Так, снайпер нас здесь не видит. Кто сзади стреляет? Ах ты, падла. Так, отсюда его можно снять? Ух ты! Так. Блять. Так. Давай, стреляй. На юге! Огонь! А вот... Выстрел был. Так. Теперь идем к снайперу. На мостике наверху. Снайпер убит. Отлично. Да, отлично. Кто это? Это молодой ну, Прайс. Так, чуть не убил. Это химзавод. Он сжигает улики. И пленных. Мы будем пробиваться. Назад. Пошел. Так, здесь очень-очень много этих химикатов. И припасы. Мы уходим. Идите на север, не по шоссе. Браво 6, Кобальту 4. Время прибытия? 10 минут. Так, будьте рядом. Быстрее, пока Барков не вернулся за мертвецами. Иди, жди нас. Да, Фара. Ведь он заставит вас заплатить за это. Мы его заставим. Будем готовы. Наши расчистили путь на север. Для лагеря там безопасно. Спасибо. Это начало революции, сестра. Нет, брат, начало войны. Даже на войне вы люди. Помните. Браво 6, взлет через 2 минуты. Лет гражданской войны. Гражданских почти не осталось. Хадир обучен. В команде он или в плену, без разницы. Он забрал газ в Россию, Джо. А помогла ему Аль-Катала. У него ресурсы и возможности. Сложно его в чем-то винить, а? Между нами, да. Но не только в Хадире дело. У нас 2 варианта. Предупредить Москву? Или отплатить России матушке ее же монеты? Погибнет куча невинных людей. От рук агента Запада. Ладно, давай ближе к делу. Что ты предлагаешь?
Командировку. Без приказа? Да. Кто еще? Старые друзья. А сержант? Он готов. Я сделаю, что смогу, а дальше вы сами. Оружие только местное. Я разберусь. Отличный тут вид, Николай. Тут одно время была столица. Прежние деньки. Вижу двоих у двери. Внутри еще Алькатала. Подъезжает машина. Следи. Хороший мост. Хрен припаркуешься. Это мясник в желтом. Тот гад из посольства. Газа нет. Хадира нет. Следи за переулком. Заманчиво. Нет, не надо. Мясник выведет на Хадира. Или будет газовая атака. Если это случится, мы будем в жопе. Вооружимся и вперед. Времени нет. Сюда. Сколько у нас? Несколько часов. Или меньше. Не в защите собрал, что успел. Глушители, патроны. Светошумовых нет. Молодцовник. Так, пистолетик. 150 гранов. Возьмем вот этот с прицелом. Спрячь пока. Встретимся на складе. Ок. Понял. Не забудь посылку. Будет сделано. Я знаю, что ты хочешь поквитаться с мясником. Этого гада, сэр, давно пора закопать. Такой шанс у тебя будет. Но сейчас мясник нужен нам живым. Привет. Здравствуйте. Доброе утро. Неплохо. Это все, что я знаю. Ну, тоже неплохо. Так-то и сказали неплохо. Снимем охранников, чтобы они не смогли предупредить остальных. Потом заходим в заднюю дверь. Понял. Стреляем по моему сигналу, не раньше. Спокойно, друг, у нас разрешение есть. Покажи. Так. Разрешение, насколько понял, было. Отлично. Николай, прибраться. У меня пакеты. Все предусмотрел. Работай осторожно. Мясник выведет нас на Хадира. До тех пор он нужен нам. Отлично. Если волк жив, он будет вами гордиться. Вот он. Если вижу. Же нет, желтый за столом. Мы донесем его истину до тех, кто сует нос не в свое дело. Это возмездие. Работай, мясника не убивай. Сегодня боль и страдания познаем не... А? Мясник убегает! Так, ну мы его тогда будем догонять. Где пушка? За ним! Так, сюда. Давайте меня! Ми быстрее, я прикрываю! Гадный расход! Не дай ему сбежать! Готов! Дверь на улицу открыта! Так, это Бизон был? Далеко уйти не мог. Нет. Понял, я вас отслеживаю. Как? По выстрелам, разумеется. Иди за ним, я пойду кругом на перехват. Понял. Так я его даже не увидел, что это он. Ладно. Ты граната. Вы вернулись. Я жив, сэр. Цель уходит к реке. Сержант уходит по мосту. Тихо. Контакт! Впереди! Машина!
Виктор! У них РПГ! Убей их! Чисто! Мясник убегает! За ним! Поднажми! Он так... К югу. Ты где? Я на подходе, капитан. Берегись подкрепления. Откуда же они берут? Так, нам надо оружие поменять. Блять. Так я понимаю, сейчас мы будем отстреливаться. Поехали уже быстрее. Умничка. Где химикаты? В жопе твоей, русский. Ничего ты мне не сделаешь, слабак херов. Перестань, капитан. Топорно работаешь. Ты думаешь, я тебя не помню, сасовец? А ты, сержант? Ну, эй, спокойно, сраный придурок! Надо расколоть этого гада. Сейчас так и сделаем. Николай, где посылка? Сейчас будет, капитан. Иди к Николаю, забери посылку и возвращайся сюда. Так. Что там за посылка? Сержант Гэрик, посылка в машине. Что это такое? Ох, ёпта! Пожалуйста, это отпустите Коза. Нас! Мы ничего не для знаем! Переговоров. Возможно, мясник передумает. Ёлопала. Что случилось? Не делайте моему сыну больно! Это удар ниже пояса. Мы поговорим с людьми, а потом вернемся домой. Я буду ждать пока. То, что вы делаете, непростительно. Мы не виноваты. Я хочу знать, почему мы здесь. Ты можешь уйти. Останешься? Да. Да, я останусь. Останусь, сэр. Отлично. Отдай их. Нет, пожалуйста, нет. Уса. Арман, осторожнее, с ними сок, ты сын! В полную силу хотел? Смотри. Смотри, что ты наделал. Здесь твой сын, твой ребенок. Ему несложно обижать детей, да, сержант? Нет. Заткнись. Что ты наделал? Я же говорила, не впутывай в это нас. Капитан, я пойду. Конечно. Бери, сержант. Что вы хотите с нами сделать? Эй, эй, нет, 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 нет! Эй, эй, эй!
Эй, послушай, хватит, хватит, они совсем ни при чем. Остановись! Как и мальчик из посольства. Послушайте, не надо. Прошу, не трогайте их. Сержант, капитан, не надо, им нечего вам сказать. Где Хадир и Газ, я спрашиваю? Вам ничего не исправить, ничего. Что должно случиться, случится. Так, нам надо выстрелить? Да. Давайте... Что за черт? Это ты спустил курок, не я. Не сомневайся, я не разрешил бы сержанту брать в помещение заряженное оружие без необходимости. Так... Последний шанс. Где Газ? Паш. Теперь пуля есть. Нет, ладно, ладно, слушай. Кировский театр. Нет, это правда. Клянусь, правда. Газ там, в Кировском театре. Клянусь тебе. Где Хадир? Свежая кровь. Вы его уже не остановите. Идите, сержант. Спасайте своих долбанных русских. Генерал Барков уже умрет. Хадир, он охотится на Баркова. Все, у тебя минута, мы уходим. Да, но... Россия и Запад начнут воевать и оставят нашу страну. Иди, сержант. Давай, Газ в Кировском театре. Забирай, выходи на связь, как обычно. Сойдет. Карета подана, она вывезет вас из города. Хадиру Баркова, он собирается его убить. И начать мировую войну. Нет, если мы успеем раньше. Гэрик, сюда, прикрывай нас. Грань между добром и злом очень тонка. Один, входим! Полиция, всем стоять, не двигаться! Контактов нет. Вижу химикаты. Внимание всем! Заложники в безопасности. Химикаты целы, мясник здесь. Вас понял. Расчеты химзащиты уже в пути. Город может спать спокойно. Эй, впереди пост. Из-за нас? А какая разница? Перекрыто. Что делаем? Шок и трепет. А если не разбегутся? Тогда все полетит к чертям. 3 секунды. Времени полно. Ни хрена себе. Николай нам булки спас. А если погони? Не будет. Босс, хрена ли мы тут делаем? Мы разгребаем бардак. А женщины и дети? Они инструменты. Они были заложниками. Когда снимаешь перчатки, можно руки кровью запачкать, Кайл. Всегда так было. А черту-то мы где проводим, сэр? Где тебе нужно, там и проводишь, сержант. Кто-то ведь должен заставить врага бояться темноты. Мы пачкаем руки, а мир остается чистым. Такая идея. А если у тебя есть сомнения, я все и сам могу сделать. Нет, сэр. Нет сомнений. Отлично. Теперь найдем Хадира, пока он не убил Баркова.